сейчас Комитет России активно сейчас акцентирует внимание, я это упоминал, после подписания в АМАКСе соглашения с Промсвязьбанком, ФСБ лизинг, внутренние лизинговые компании, это компания Конверсия и наш вертолетный сервис, моя компания, прорабатывают пока как инструмент расчета цифры в части ставки операционной аренды, операционного лизинга для российского рынка на широкий спектр наших типов вертолетов, ну, перечислили мной и на САД, и на Ми-8, и на Ми-38. Мы пока считаем ставки. Наверное, нужно упомянуть, а в чем же отличие Финлиза, сейчас, что по Финлизу актив остается у авиакомпании, лизинга получает. По операционной аренде данный актив остается во владении лизинговой компании банка, которая оплачивает приобретение этого воздушного судна. Лизинговые компании, мне кажется, с точки зрения операционной аренды не готовы, пока не развиты компетенции в этой части, потому что им придется отслеживать состояние своего парка. Не так, как по финансовому лизингу, а отдал в эксплуатацию. Все задачи, связанные с контролем содержания вертолета, находятся в лизингополучателе, то есть в эксплуатирующей организации. Вот это первый нюанс, который важный нюанс, который сдерживает там, лизинговые компании к активности в этой сфере. Раз. Второе, наверное, что стоит в операционной аренде упомянуть, чем, возможно, будет привлекательно для авиакомпании. Это все-таки технический прогресс не останавливается. Да? Сегодня самолетные компании используют одну модификацию самолета. Через 5 лет появляется новая модификация того же самого производителя самолета. У него возможность есть использовать более технологически экономное воздушное судно для своей операционной задачи. Мне кажется, для авиакомпании это точно плюс. Для него главное, чтобы у него было в руках инструмент для своей работы. А чем лучше инструмент, тем лучше. Но в данном случае возникает проблема у лизинговой компании, которая должна произвести ремаркетинг этого воздушного судна, то есть его куда-то реализовать или передать в новую лизинговую схему. Поэтому наверняка вы видите, отслеживаете, да, есть первый лизинг, там, ведущие мировые авиакомпании его используют. Дальше это вторичный лизинг, который используется уже на других рынках. Да. Ну и дальше по прогрессии, дальше по операционному лизингу, по лизингу. Воздушное судно может быть использовано как донорские агрегаты для продаваться для других целей. Да? Вот, наверное, такие ключевые особенности, связанные с лизингом и готовностью рынка использовать операционный лизинг в Российской Федерации.